бельгийка Элке старательно, аж высунув язык от усердия, выводит на баяне знакомые до боли каждому русскому человеку звуки. Говорит, что освоить этот инструмент хотела давно. Однако воплотить мечту в реальность получилось только когда она оказалась в Твери. Здесь, в госуниверситете, на кафедре русского языка как иностранного, уже больше 20 лет обучаются десятки студентов из многих стран мира. Первыми это были студенты из Великобритании, из университета Киля, из Оснабрюка, из Германии, из других университетов. Позднее подключились французы из Монпелье и Клермон-Феррана. И, наконец, вот в 1999 году у нас началось сотрудничество со многими вузами Финляндии. Сейчас мы сотрудничаем с 5 вузами Финляндии. Расширяется постоянно сотрудничество. В этом году у нас уже много студентов из города Фрайбург, Германия, Китай. Подъехал уже 2 года назад. Сейчас активно налаживаются контакты даже с Латинской Америкой. В принципе, тут все, как и на любом другом факультете любого отечественного вуза. То, что здесь студенты-иностранцы, выдают лишь китаянка, которая общается с родиной по скайпу, да портрет Чехова. Ведь не секрет, что за рубежом именно Антон Павлович, если не русское все, то очень многое. Обучение заключается не только в изучении русского языка как такового. Сюда приезжают студенты, уже имеющие приличные знания. Хотя и они узнают немало новых слов. Лапы. Косые лапы. Что такое лапы? Да, лапы. Да, лапы. У нас с вами ноги, руки, а у животных это будут лапы. Да? Косолапы. Есть ноги. Вот такие. Мы с вами ходим вот так. Косолапы. Как круглые. Вот если представить, если Animal Planet, да, вы посмотрите там, как бегают животные, особенно мишки, если они встанут на 4 лапы, то они будут по шагу бежать, да, то есть косолапы. Важная форма обучения – просмотр выпусков новостей. Так можно не только шлифовать свой русский, но и познавать географию России. Охотское море, а какой регион? Камчатка. Регион вот Камчатка. Попутно зарубежные студенты знакомятся еще и с деятелями отечественной политики. Запомните лицо этого человека. Это самый эксцентричный олигарх современной России. Господин Полонский. Нет, он должен знать своих героев. Большинство уроков – это, по сути, коллоквиум. То есть говорит не только учитель, но и ученики, что вполне естественно. Ведь чем больше говоришь, тем лучше познаешь язык. Например, если по просьбе педагога рассуждаешь о том, как лучше экономить личное время. Я часто в Фейсбуке или ВКонтакте все делаю, и это очень... Если подвести итоги 20-летней работы по повышению квалификации иностранных любителей русского, то можно сказать, что, конечно, европейцам и американцам язык Чехова и Достоевского дается легче, чем азиатам. Китайским студентам, если говорить вот уже не о Европе, может быть, им сложнее дается русский язык, потому что там фонетический строй другой языка, и то есть знаки, которыми они пользуются, иероглифы, которых у нас нет в языке. Но для всех студентов, пожалуй, представляет трудность грамматика, я бы сказала. Хотя, конечно, европейцам приходится непросто. Финна Микаэла Карпенина смущает наличие такого понятия, как род. У нас нету в финском языке вот женского и мужского рода нет. И это вот для финнов иногда забывают род. И, у нас в финском языке очень много падежей, но в русском языке только 6. Британец Натан Хэмилл признается, что до сих пор путается с предлогами. Да и с глаголами он разобрался не до конца. Глаголы и движения, и правила для нас, мне кажется, не те же самые правила, и надо еще раз изучать глагол. А приведи конкретный пример глагола, вот который ты не очень понимаешь, как его формулировать и вообще, как правильно его использовать. Любой глагол. Вот, например, можно сказать, я был в Твери. И можно сказать, я бывал в Твери. Или я побывал в Твери. И разница
очень трудно понять для меня. Казалось бы, уж кому-кому, а немке югославского происхождения Данице Мичич точно должно быть легче. Как-никак, а папа серб, а мама хорватка? Однако даже тут бывает так, что славянские корни только вносят дополнительную путаницу. Например, когда я по-сербски скажу «я сам устала», это значит, что «я встала». А по-русски это... Подумай, что ты устала. Да. Но изучать русский Даница, конечно же, не устала. Все-таки язык братьев славян, про которых отец с детства говорил «Россия – хорошая страна». По схожей причине в Тверь попал и Микаэл Карпинин. В его жилах тоже течет славянская кровь. Ну, у меня корни русские. Моя мама русская. Ну, была русская, но она сейчас получила гражданство Финляндии. Бабушка у меня русская, а папа вот фин. Так что я наполовину русский. А откуда мама? Из какого города? Из Питера. Почему тогда сюда приехала, а не в Петербург? Ну, у нас в Евроскале такая программа сотрудничества с Твери, так что это включается в нашу учебную программу вот тут быть в Твери. Элке Верхайкхе заинтересовалась Россией под впечатлением от уроков географии. Когда в географии мы изучали Сибирь, и тогда, потому что это для нас огромный, пустый, интересный места. Край, да. Край, да. А вот Натан Хэмилл признается, что свой выбор в пользу русского сделал совершенно случайно. Мне было 11 лет, и нам сказали, что можно выбирать или русский, китайский, или латинский. И я выбрал русский язык, но я совсем не помню, почему я так выбрал. Как и у русских студентов, одними занятиями в аудиториях дело не ограничивается. Попотеть приходится и дома. Ну, я вам продиктую сейчас, назову вопросы, какие должны использоваться данными глаголами. Управлять чем? Зачем? Да, чем? Распределять что? Не хватает чего? Видимо, чтобы мозг хоть немного расслабился. Выходя за стены класса, многие студенты в общении между собой переходят на английский. Путь домой у многих иностранных студентов занимает меньше минуты. Ведь живут они в этом же корпусе, хотя некоторым ездить приходится в университетский кампус на Соминке. Как, например, Данице. За 2 месяца, что она в Твери грызет гранит науки, фройлен Мичич с истинно женской, а заодно и немецкой аккуратностью обустроила свое жилище. На почетном месте портреты родственников. На самой большой фотографии изображен дедушка, еще когда он в молодости служил в югославской армии. Да, это его первая фотография, я думаю. Так. Это моя бабушка, она тоже называла Станица. Ага. Это моя сестра. Здесь моя крестная сестра. И это родители моей мамы. А это у тебя русская икона, почему? Ну, потому что я православная, и я здесь просто купила, я хотела очень эту икону. Именно Николая? Да, потому что в Сербии у каждой семьи есть, это называется слава. Мы празднуем защитителя. Покровителя семьи. Да. Квартира Микаэла Карпинина, в которой он живет вместе с 2 земляками, по-мужски, а может еще и по-фински, довольно аскетично. Шкаф, кровати, да столы с ноутбуками, из одного из которых яростно гремит death metal. По словам Микаэла, это их стандартное времяпрепровождение после занятий. Мы обычно вот придем сюда, чуть-чуть послушаем музыку и пойдем в столовую, поедим там. А после этого, я с Йони, мы ходим в тренажерный зал тут, и в Финляндии так тоже делаем. На концерты тверских металлических групп Микаэл сходить еще не успел. В отличие от Элки. Она посетила уже не одну концертную площадку, совмещая там приятное с полезным. Я на концертах была. На каких? Асаи вчера. Это рэп. Тоже на...
классических концертах была, в кино чаще хожу. Смотреть русские фильмы – это хорошо для развития языка, да? Да. Для того, чтобы язык лучше развивался, русский. Ну и как, все понимаешь? Конечно, не все. Но главную историю уже понимаю. Это уже лучше, чем 2 месяца назад. Натан Хэмилл, хоть он и ливерпулец, роком особенно не увлекается. Его слабость – это чтение. Причем не только родной английской литературы, но, естественно, и русской. Вывод после прочитанного – творчество каждого народа в идеале надо постигать в оригинале, чтобы не морщиться, читая перевод. Ему даже всем известная классическая фраза, но произнесенная на русском, режет слух, потому как от изначального шекспировского стихотворного размера ямба близко ничего не осталось. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Ты понимаешь, в какой фразе идет речь? Да, но, по-моему, лучше по-английски. Продекламируй по-английски. To be or not to be, that is the question. Быть или... практически... Нет, не работает. Конечно, Натан Хэмилл не был бы англичанином, если бы не протестировал русское пиво. Судя по сияющему ряду жестяных банок, вроде ничего. Хотя, конечно, родной Эль лучше, который он ухитрился разыскать даже в Твери. Очень близко отсюда есть какой-то бар, немецкий бар или что-то, но у них есть одно английское пиво, но это есть дороже, чем дома. Но это настоящий английский? Да, настоящий английский. Вообще, впечатления от русской кухни у иностранцев противоречивые. Например, Микаэл не в восторге от нашего борща, при том, что ему нравятся другие блюда. Мне очень нравится солянка. И суп с грибами. Ну, это, наверное, везде есть суп с грибами. И еще, ну, сырники. Всем нам финнам нравятся сырники. И еще в России продаются в магазинах сырки продают. Их в Финляндии нет, и они мне очень нравятся. Даниса Мичич морщится от кофе в Тверском общепите. Говорит, что уж слишком разбавленный. Зато она с воодушевлением завтракает черным хлебом, на который, как принято считать, европейцы смотрят с недоумением. Это самый хороший хлеб здесь, в России. Я попробовала белый хлеб, но он мне не нравится. Он не такой, как в Европе? Нет. Я думаю, что здесь очень много пудры внутри, и это мне не нравится. А вот финны, даром что с севера, то есть кухня вроде как должна быть калорийной, на дух не переносит наших майонезных салатов. Салаты такие у вас. Я имена сейчас не помню, но салаты, они такие невкусные. Майонезные или которые? Майонезные, да. Майонезные невкусные. То есть вообще? Нет, честно говоря, не могу даже смотреть. Ну и, конечно, европейские студенты выбираются на улицу. Она оказалась вовсе не такой ужасной, как их пугали многие на родине. У меня есть много друзей из Литвы, и они мне все сказали, что ты приехал в Россию. Они все так думают, что здесь все как по Советскому Союзу. И я не знаю, мне было удивительно, потому что в Генции особенно это практически похоже на какой-то европейский город, по-моему. Чем? Чем похоже? Я не знаю. Дома, улицы, что? Улица, дома, магазины. А вот здесь совсем как в Европе, сказала Элке, выйдя на нашу Трехсвятскую. Особое умиление у нее вызывают и деревянные домики, один из которых находится прямо с ее учебным корпусом. Такие дома мне очень нравятся, потому что, правда, в Бельгии их нет. А, по-моему, да, они очень русские. Но я уже вижу, что они в плохом состоянии. Да. Но вообще, мне очень нравится. И, по-моему, их сохранить было хорошо. Да? Да. Сама Тверь Элки показалась слишком уж шумным городом после ее родного Гента, который вдвое меньше. Зато погода как дома, отмечает она. Тоже много облаков, из которых время от времени идет дождь. С Элки согласен и Натан, который приехал сюда из шотландского Глазго. Совсем то же самое. Это как дома здесь. Сегодня, вчера чуть-чуть холоднее, но вообще то же самое. Прошлую неделю было здесь холоднее, теплее,
чем в Глазго. И когда, все спрашивали у меня эти ребята, начнется ваша знаменитая зима, к которой, как им кажется, они уже готовы. Натан вот успел купить, причем не где-нибудь, а на рынке, шапку-ушанку, которая для него одновременно и сувенир. Нечто подобное приобрела и Даница, правда, еще в Германии. Слышала, что здесь будет очень холодно, но это не настоящая шапка-ушанка. Это просто я купила в Германии. Но ты ее купила специально, готовясь к поездке в Россию? Нет, я это купила просто тоже для немецкую зиму. А что такое немецкая зима? Ну, просто зима Германии. Просто зима, по русским понятиям, это снег и минус 15. Ну, в Германии тоже так бывает иногда. И если впечатление от грядущей зимы еще только впереди, то русские расстояния европейцы уже успели оценить, а Элке уже и рассказать об этом друзьям. Я, Москва очень близко, только 3 часа, они. Только 3 часа, ты уже на другой стороне Бельгии, когда ездишь 3 часа. Ну, уже привыкла. А думаю, что дома мне покажет все очень-очень близко. У Даницы Мичич, которой приходится каждый день ездить на Соминку и обратно, свои впечатления о русских расстояниях. Точнее, о том, как их преодолевают. Ездить-то приходится на маршрутках. Даница сначала не сразу поняла, что это вообще за транспорт такой. А потом пришлось привыкать к езде в нем. Это очень странно было, как водить машину очень быстро. Ну, улица очень плохая, и это кошмар. Даница, а вот здесь мы еще видим типичное для российской линии яма, из которой валит пар. Вроде идет ремонт, но как-то не спешат. Ты когда это первый раз увидела, у тебя какие вопросы возникли? Почему никого здесь не работает? Да. А что тебе русские твои друзья пояснили? Это нормально здесь. Понятно, что вот эта вот как бы инфраструктура города, она очень отличается от инфраструктуры европейских городов. Но понимаете, получается какой-то такой парадокс. Когда студенты уезжают, и зачастую они приезжают к нам второй раз, и когда спрашивают их, что же вас так привлекает в Твери, они отвечают: люди. Люди. Гостеприимство тверичан и атмосфера, может быть, на кафедре, которую мы создаем, в общем-то, атмосфера поддержки, интереса к студенту, желание, чтобы он как можно лучше проявил себя во всех ипостасях, не только в учебе, но и в общении, в каких-то культурных мероприятиях. То есть вот это все дает свои плоды и свои результаты. И все-таки русская культура – это большой магнит, который притягивает студентов вот из Европы. Что русская культура, что русский человек – вот уж точно как магнит с двумя полюсами. И притягивает, и отталкивает одновременно. К примеру, большинству европейцев мы на первый взгляд кажемся не самыми приветливыми людьми. В Англии мы все всегда говорят, пожалуйста, спасибо, извините меня и так дальше, но здесь совсем нет. При этом иностранцы признаются, что если поближе познакомиться, то русский человек становится душевным, словно оттаивает. Иной раз даже слишком. Ну, русские, они очень близко вот подойдут. Мы финны любим вот, дистанцию. И, ну, русские говорят больше, чем финны. Мы финны молчим все время. Это... Мы заметили, что русские не любят, когда вот мы финны молчим. Они вот, если мы даже, вот, например, 2 секунды молчим, они сразу спрашивают, ну, как бы, ну, а чё, что, говори, пожалуйста, вот так. А еще одним ярким и, как все признаются, неожиданным воспоминанием от университетской жизни в России у всех останется особый класс людей, название которого и не выговоришь с первого раза. В общежитии такие вахтеры. Такие, вахтеры? Да, которые там сидят. И... В Бельгии их нет. Везде такая бабушка, которая говорит: «Ну, ты замерзнешь, одевайтесь потеплее». Вахтеры, которые только что посмотрели на тебя строго, а через минуту искренне побеспокоятся о твоем здоровье. Вот уж точно символ России в глазах иностранца. Символ большой, на первый взгляд холодный во всех смыслах, но в реальности очень даже душевной стороны, куда все равно хочется вернуться. Хотя бы за тем, чтобы увидеть настоящие русские просторы. Огромные нетронутые леса, в которых бродит зверь со смешным названием «Мишка Косолапый».